Bandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Guram Vaishna Vangsha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanitam Tang Sajivam Sadaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Sri Vishakha Nitanisham Vajasi Krishna Chaitanya Prabhu Nitananda Sri Adaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhakta Vrinda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Vajasi Krishna Chaitanya Prabhu Nitananda Sri Adaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhakta Vrinda Vajasi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Adaita Gadadhar Sri Vasadi Gaur Bhaktavinda Bhajate Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Adaita Oh,
Vikrohara dhananita
सुतचा बाबाजी संसार बाबा каждого человека очень важный день. Я сапужий, как вам научительно, когда человек должен снова задуматься, кто его ориентир и куда он собирается зайти. Рэйдж. Говорить, конечно, бесконечно. Даже если просто перечислить, что он сделал, даже если просто перечислить его достижения, всех людей, даже если перечислить имена людей, которых он облагодетельствовал, то не хватит многих-многих лет, просто чтобы перечислить, чтобы этот список привести. Естественно, что в первую очередь Шрила Прабхупада даровал огромное благословение людям, ищущим наивысшее, людям, ищущим абсолютную истину. Однажды Тома Кришна Махарадж спросил у Шрилы Прабхупады,
Шрила Прабхупада, но разве среди христиан, мусульман и иудеев нет искренних людей, искренних людей, которые искренне поклоняются Богу, настоящих верующих? Шрила Прабхупада сказал, конечно, есть. Есть очень искренние, очень ищущие люди. Они все пришли в ИСККОН. Больше всего, что меня впечатляет и сразу ассоциируется с Шрилой Прабхупадой, это то, как он сам характеризовал причину своего успеха. Он говорил, я ничего не менял, я лишь всего-навсего выполнил наставление своего духовного учителя. Я просто сделал то, что мне указал мой духовный учитель. И при этом ничего не добавлял, ничего не убирал. И причина его успеха заключается в том, что через него напрямую Господь Чайтанья осуществлял таким образом свою миссию. И это выражено в определенном настроении, которое было у Шрилы Прабхупады. Он, в частности, говорил, что ему пришлось уехать из центра духовного мира в центр материального мира. Центром духовного мира он называл то свое самое любимое место на этой земле. Знаете, да, что это за место? Вриндаван. Храм Радха-Дамодара. Он говорил, что этот центр духовного мира — это ось, вокруг которого вращается вся духовная вселенная. И он говорил, что это именно поэтому движение сознания Кришны достигло такого успеха, потому что оно вышло оттуда. Очень часто мы слышали то, что говорил Шридаршин, что Шрила Прабхупада называл свой успех, причину успеха в том, что он ничего не менял. Я в какой-то момент стал понимать, что для того, чтобы ничего не менять, того, что он получил от своего духовного учителя по цепи ученической преемственности, необходимо очень глубоко понимать, что он получил от своего духовного учителя. И читая книги Прабхупады, и слушая его лекции, его беседы, становится понятно, что Шрила Прабхупада был очень глубокой энергоперанной личностью. Очень широкий спектр его вообще видения, мышления. Этим он охватывал практически все. Очень сложно ничего не поменять, если достаточно такое узкое восприятие само по себе вот, самой философии, послания, ведического послания, послания Господа Чайтаньи. И многогранность и глубина личности Шрилы Прабхупады очень сильно вдохновляет. В какой-то момент я вот в своей жизни стал сталкиваться с одним очень непонятным для себя явлением. От совершенно разных преданных я стал слышать одно и то же такое, не знаю, как это назвать. Ну, там, люди, которые, преданные, которые сталкиваются с различными людьми, особенно проповедуют ученым, там, общаются с учеными, с религиозными деятелями, с интеллигенциями. И оказывается, что действительно они очень серьезно наблюдают за нашим движением. Они все читают книги Шрилы Прабхупады. Какой-то в той или иной мере. И движение сознания Кришны привлекает всех. И, в действительности очень правильно, что благодаря движению сознания Кришны, благодаря Шриле Прабхупаде, активизируются и поднимаются на совершенно новый уровень, другие религиозные учения, и общественные организации, общества. Каждый находит в Шриле Прабхупаде, в его учении, то, что он нам принес, то, что питает их деятельность, их вдохновляет, расширяет их миропонимание. Но вот из разных источников стал получать совершенно для себя непонятную информацию. Все эти люди говорят, что есть кришнаиты, есть вайшнавы, а есть последователи Шрилы Прабхупады. Я для себя до сих пор не могу понять, в чем различие. Но какую-то они для себя определили. В этом, похоже, есть какой-то определенный смысл, наверное. И для постижения вообще многогранности личности Шрилы Прабхупады я недавно читал книгу «Беседы о Варнашраме», где Шриле Прабхупаде преданные задают вопросы о том, как должны развиваться наши движения, какая вообще должна быть модель
нашего общества сейчас и в будущем, что они как последователи Шрилы Прабхупады должны сделать, что они должны создать. Прабхупада хочет видеть дальше развитие нашего движения. Прабхупада дает очень детальное объяснение всем, отвечая на все вопросы преданных. Это очень, я сказал бы, революционная книга, когда она выйдет. Можно сказать, эта книга открывает, эти вот беседы с Прабхупадой открывают еще одну грань личности Шрилы Прабхупады как социального реформатора. Человек, который жил тем, чтобы наше учение, вот эта философия сознания Кришны, не осталась просто в узких рамках религии, чтобы река движения сознания Кришны превратилась в океан, который выйдет из берегов, из русла и принесет благо всему Богу. Сегодня день явления Шрилы Прабхупады. Обычно в этот день собираются ученики, на самом деле это семейный праздник. Собираются люди, которые знают Шрилу Прабхупаду, люди, которым он дорог. И я сейчас вот сижу, и ощущается очень такая духовная атмосфера, то есть такое умиротворение, благоверение. И я слышал хорошие слова о разных людях в этом мире, присутствовал тоже на каких-то торжествах. Хотя, я не знаю, может быть, потому что эти люди не были так близки, дороги. Но как бы, то есть мы слушаем, и это наполняет наш ум, мы можем восхититься как-то человеком, подумаем, да, очень удивительный человек, да, у него есть какие-то заслуги, есть качества. Но вот сейчас, когда мы слышим о Шриле Прабхупаде, то я лично переживаю очень глубокие чувства. И почему? Потому что была такая история со Шрилой Прабхупадой. Он однажды шел из аэропорта, и к нему подбежал корреспондент, отстал, что там какие-то все уже задали вопросы, он где-то отстал, подбежал, установил микрофон Шриле Прабхупаде перед ним и спросил, чем вы отличаетесь от других буддистов. И Шрила Прабхупада сказал, что мы не имеем никакого отношения ни к каким буддистам, просто мы учим смысл жизни. Ага, да. Что мы учим смысл жизни, в чем смысл вашей жизни, вот спросил этого человека. И еще одна история, это не связана с Шрилой Прабхупадой. К одному учителю пришел человек, говорит, я хочу стать совершенным. И этот человек сказал, он был учителем, идем ты. И жена удивилась, можешь учить стать совершенным, почему ты его не принял? Говорит, он хочет стать совершенным, гордиться потом совершенством. Другой человек пришел через некоторое время к учителю, встречался, говорит, я вот хочу спасти весь мир. Жена говорит, как, он же такой, ну смотри, он не за себя беспокоится, за других людей беспокоится. И все как бы эти желания, они, то есть человек не знает, кто он, кого он будет спасать, от чего он будет спасать. И через некоторое время послышался человек, который сказал, я вот блуждаю в этом мире, не могу понять, почему я страдаю, именно трудности много. Могли бы вы мне объяснить, кто я и зачем я вообще? Так же самое Шрила Прабхупад, я почему об этом говорю, потому что я чувствую в своей жизни как раз именно такой пример, что долгое время, то есть, я не знаю, может быть, кто-то из нас также, из вас, мы искали что-то, мы общались, мы были в разных обществах, у нас были друзья, у нас были отношения, у нас была деятельность, которая нам, может быть, нравилась. У нас были праздники, у нас были веселья, но почему-то чувствовалась какая-то немножко пустота и какая-то, как это говорится, приторность или безвкусность всего этого. И я помню, когда я соприкоснулся с движением сознания Кришны, когда я соприкоснулся с Шрилой Прабхупадой, я не знал, чисто внешне, может быть, он не был каким-то привлекательным особо. Пожилой человек, такой немножко дряхловатое лицо. Вот. Но почему-то, когда мы читаем его книги, когда мы делаем то, что он просит, мы чувствуем, как наша жизнь меняется. Скажи, смотри, если на
Вернее, вчера на Дипуруше прочитал лекцию, и там многие про говорящую собаку. Возникла дискуссия небольшая, как животные разговаривают. У меня есть история, я перечитал про обезьяну, которая жила в Ракадинной Аргентине, и она связана с Шрилой Прабхупадой напрямую. Но прежде чем я раскрою эту историю, я хотел вот... я думал, если... Так иногда в судах применяют такую практику, рассказывают какие-то события, говорят, а потом говорят, а теперь представьте, что это такой-то человек сделал, и это убеждают очень сильно. И в этом случае можно понять, как мы, когда читаем биографию Шрилы Прабхупады, мы видим уже изображения, он везде очаровательно, типа на листе, ну, предшествующие фотографии, или сзади на обложке его биографии. Но если прочитать просто биографию, приехал человек, сделал то-то и то-то, он открыл сколько храмов, он установил в Арнашем, ну или открыл детские школы для духовного самообразования. И много чего сделал, открыл храмы, и это все сделал не в чуждой для него среде, то есть в западном мире, он сам западный бенгалец. Но потом все эти заслуги, они 100 крат или в 1000 крат увеличатся, если мы узнаем, что он это сделал в возрасте 70-летнего пожилого человека. Как Роман Прабху сказал, он был на вид очень пожилым, с дряховатой кожей такой. Но это не дело, нисколько его не привлекательное. Прабхупад излучает удивительное сияние с фотографий, и каждый, кто его видит, у меня лично было ощущение, что я давно знаю этого человека. Вот я то, что испытал такое чувство, я пытался найти в нем какие-то изъяны, думаю, почему мне нравится, что там такое вообще красивое в этом человеке. Это когда я увидел видение Прабхупады. Ничего нельзя сказать, то есть он обораживает сразу, и Сатрупа Махарадж пишет, что он был по-особому хиповым Прабхупад, он не был таким, говорит, стариком для нас. И это удивительное качество Прабхупады, когда мы, начинающие преданные юноши, все были, рассвет, говорится, что рассвет юности достигает 24 года, вот, 24 года, когда человеку дальше идет спад, все, вот, пик. И они были в таком возрасте, все до 24 лет. И Прабхупад с ними был вот в таком контакте, они были настолько близки, несмотря на то, что разница была пропасть между ними. Пониманием личности Шрилы Прабхупады, я всегда, когда читал книги Прабхупады, я удивлялся, что как бывает так, что он, когда он пишет о чем-то, он в одном месте пишет одно, а в другом месте пишет совершенно противоположное. Я честно не мог понять, как же действовать? Правильно, вот, Вибудишати тоже рассказывал историю, я ее раньше не слышал. О нефти, о газе, которую пример этого дела, я не слышал. Но я слышал другую историю, которую в лекции Прабхупада говорил, и он говорил, что демоны, они говорят, то есть материалисты говорят, они думают, что закончатся какие-то блага на земле, вот, нефть, газ. Вот, еще какие-то ресурсы природные. Они думают, что они могут разрушить планету ядерной войной, то есть ядерным взрывом или перенаселением, может быть. Они говорят, глупцы все. Они не понимают, говорят, что все контролируют полубоги. Что, говорит, вот. Он такой пример привел, говорит, тут у вас в теле, говорит, вот, у вас когда-нибудь газ, говорит, заканчивается в теле. И кровь там. И он говорит, что вот, планета Земля — это живое существо. То есть, и вот эти все продукты, как бы эти все природные богатства, говорит, это продукты жизнедеятельности просто этого живого существа, который обладает этим телом, землей. И вы, говорит, должны просто проповедовать, вы должны распространять сознание Кришны. То есть все заканчивается, все ресурсы, все плохо, ну, как бы становится плохо только из-за того, что люди на Земле становятся неблагочестивыми. Из-за того, что население вырождается в демоны. Вот. Но если вы, говорит, будете проповедовать, если вы будете распространять движение сознания Кришны, то никогда ничего не закончится, и будет процветание. То есть таким образом успокаивает. Совершенно противоположное сказано. И я уверен, что они как бы бонафай, да, то есть истина целого мира. Даже не только наша Земля, фактически история нашей Вселенной. Тем не менее, внутренне он как бы не был привязан к этому, к внешней деятельности. Он отождествлял себя с ней. И внутренне он сознавал себя, так сказать, вечным слугой Кришны, находящимся во Вриндаване. Шудакирти Прабху рассказывал историю, когда он однажды делал массаж в Шри Прабхупаде. Потом после массажа Шри Прабхупада
И он начал рассказывать просто шутокирки. Он был очень в хорошем таком состоянии, настроении. И он начал рассказывать шутокирки о Вриндаване и о том, что на самом деле, когда Кришна с пастушками идут пасти коров, то пастушкам, их матери, они готовят в дорогу на пастбище, там, такие чапати, там, знаете, все такое простое очень. А мама Яшода Кришне готовит там, кочори, такое все вкусное, изысканное. И Шрила Прабхупада потом очень так широко засмеялся и говорит, все, что я хочу, говорит, это просто попробовать кочори, которые мама Яшода приготовила. Когда мы читаем Чайтанья Чаритамриту, там есть глава, в которой описаны древо Господа Чайтанья. И было сказано столько возвышенных слов о том, что сколько милости пронес Шрила Прабхупада на этот мир. И мы понимая, что Шрила Прабхупада, он является одной из ветвей древа Господа Чайтанья. И сама эта мысль, она вдохновляет. То есть мы понимаем, что Шрила Прабхупада, он серьезных движений, я тоже размышлял, что они осталась только внешняя форма. Какие-то традиции, какие-то атрибуты, то есть они как-то одеваются, как-то ходят. То есть, но у них нет жизни, то есть у них нет, скажем, какой-то пользы, скажем, практически от этого. Но Шрила Прабхупада, он наполняет вот, благодаря личным примером, благодаря тому, что он проводит милость Шри Чайтанья Махапрабху, предыдущие парампары, он наполняет смыслом, наполняет сутью всю нашу деятельность. Потому что нам внешняя форма, она, если в ней нет содержания, то есть если нет связи с высшей целью, то она просто как тяжко. О его славе, со слов своего духовного учителя Дваймита Махараджа. Я думал о том, что есть в сознании Кришны в моей жизни, это движение. И я вспомнил историю о том, как я встретился с преданными в сознании Кришны. Я встретился на улице с преданным санкиртаном. Меня пригласили на программу, я пришел, и так я стал практиковать. Но я вспомнил еще о том, что я встретил истинного духовного учителя Дваймита Махараджа. Но если бы не Шрила Прабхупада, то, может быть, его бы и не было. И я вспомнил эту историю, как еще тогда не Дваймита Махарадж, он, будучи студентом одного из самых престижного университета в мире, Ельский университет, он был со своими друзьями на вечеринке, и был включен телевизор, и увидели преданных Харинаму. И он показал в сторону телевизора пальцем и стал говорить, о, как смешно, какие они странные, вот, чем они занимаются, кому он, пусть придут на нашу вечеринку, тогда не поймут вообще, в чем смысл жизни на самом деле. И потом он говорит такую фразу, ровно через полгода. Я был брахмачарием в Лос-Анджелесском храме. Я бы хотел сказать, когда я размышлял о Шриле Прабхупаде, в нем наиболее полно проявлена эта природа любви, милости Шримати Радхарани. Помимо духовной силы, помимо отрешенности, помимо глубокого знания, когда я видел Бхактивиданту, насколько он разбирался в Бхакти-шастре, он был исполнен любви. И именно это вдохновляло его учеников. Потому что всего есть два мотива. Это страх и любовь. Страх и любовь. То есть можно найти
либо убегать, либо стремиться расти. И Шилпрапада, он вдохновлялся учеником именно через любовь. То есть для него люди были всегда, несмотря на то, что у него была миссия, важная миссия, наставление его Гуру Махараджа, но люди для него всегда были, я даже не знаю, как сказать, то есть у них, он никогда не прибегал людьми от этой миссии. Напротив, он мог всегда как-то отступить, но дать людям возможность развиваться. То есть для него люди были приоритетом, главным. И, появились кое-какие интересные мысли из рассказов Шивы Гурудева. Несколько историй небольших. Шивы Гурудева с вами находился в Абхазии, был в Брамачари. И Шива Прабхупада по Америке путешествовал по разным храмам. И они готовились встретить его. Шива Гурудева был занят, если не ошибаюсь, на кухне. И, в общем, так случилось, что преданные заканчивали уже служение, но что-то еще надо было доделать, его, как самого молодого, оставили в храме это все доделывать. Вот, и поехали встречать Шива Прабхупада. И он говорит мне, не было возможности его увидеть. И, получается, я когда закончил, я можно быстрее постарался добраться в аэропорт. Но так получилось, что Прабхупад уже прошел. Каким-то образом так получилось, что он не мог увидеть Шилу Прабхупаду, но его послали забрать багаж. И Гуруде взял большущий чемодан Шилы Прабхупады и на такси приехал в храм. Прабхупад уже был там. И так он рассказывает, интересно, что никого не оказалось помочь ему, когда он этот большой чемодан, очень тяжелый, заносил в храм, потом поднимал его по лестнице наверх, и потом, говорит, открываю дверь Шивы Прабхупады, и задом захожу с этим чемоданом, говорит, задом наперед, знаете, не вижу, что я чуть не задел Шивы Прабхупады. Преданные меня вовремя остановили, и я только увидел его и сразу там дала. И говорит, когда я поднимался, Прабхупад так хлопнул хлопнул по спине, говорит, ничего, материальный мир здесь тяжело, но когда я тебя заберу туда, там будет легко. И он так говорит, это запомнилось очень. Все 26 прекрасных качеств вайшнавы. И в каждой ситуации эти качества именно вместе времени обстоятельств Шрила Прабхупада проявлял. И преданные поэтому так очень с впечатлением, очень ярко описывали эти качества. Говорит, Гуруша Прабху сказал, что его впечатляет качество отречения, почему-то мой Гуру начал думать, почему проявилось отречение Шивы Прабхупады. Конечно, первый яркий момент бросается то, что Шива Прабхупада уже в преклонном возрасте, в 70 лет, он оставил Вриндаван, движимый милосердием, состраданием, другими качествами, чтобы приехать в западный мир и распространить сознание Кришны. И я так думал, в таком возрасте, представьте себе сейчас материальный мир, взять человека, которому 70 лет, который уже избит тремя гунами материальной природы, которая уже ничем не стала в жизни, никакого прибежища. И тут к нему приходят и говорят, оставляй все и езжай, проповедуй. Я представляю, что бы произошло. Наверное, бы с этим человеком произошла преждевременная смерть. Такая привязанность. Но Шрила Прабхупада, несмотря на это, несмотря на свой возраст, он поехал и распространил сознание Кришны. И мы сейчас собрались здесь вместе, прославляем Шилу Прабхупаду, эти замечательные качества. Шакти Сварупа упомянул качества Шилы Прабхупады, бесстрашие. Шилу Прабхупаду действует так называемый Ай, бесстрашие. Когда-то его отец в Дели повел его в музей. И в этом музее был мемориал статуи свободы.
был достаточно высокий. Шрила Прабхупада, он вырвался с руки своего отца и побежал и залез на эту статую свободы. И все же перепуганные бегали по себе, все родители, потом такие, ну что это такое? И Прабхупада, когда рассказывал своим ученикам эту историю, очень весело. Ученик такой слушал, да, Шрила Прабхупада, вы бесстрашные. Прабхупада посмотрел и говорит, я был бесстрашным тогда, и я и сейчас являюсь бесстрашным. Шри Чайтанья, Анубиштам, Сапитам, Инабхутале, Сваям Рупам, Кадамахьям, Нададисвам, Адантикам, Вандехам, Шри Гуром, Шри Ютам, Анакамалам, Шри Гурум, Вайшнаванам, Шри Рупам, Адам Буджаям, Шакти, Сарупая, Рупануга, Раяте, Гаура-Вира-Бхава, Бхумиствам, Хридешта, Саджанаприя, Вайшнава, Венусванай, Гопи, Гопинатха, Шиестунаха, Тапта-канчана, Гауранге, Радхе, Вриндаванешвари, Кришна-Кришна, Харе-Харе, Харе-Рама, Харе-Рама, Рама-Рама, Харе-Харе, Нама Ом, Кришна-Падая, Кришна-Престая, Бутале, Шримате, Бхактивиданта Свами, Ити, Намине, Намасте, Сарасвати Деве, Гаурабани, Прачарине, Нирвишеша, Шуньявади, Пашатя, Дешатарине, Пушпанджали, Бутале, Шивате, Бхактивиданта Свами, Ити, Намине, Намасте, Сарасвати Деве, Гауравани, Прачарине, Нирвишеша, Шуньявади, Пашетя, Дешатарине, Пушпанджали, Ом, Вишнупадая, Кришна-Кришная, Бутале, Шримате, Бхактивиданта Свами, Ити, Намине, Намасте, Сарасвати Деве, Гауравани, Прачарине, Нирвишеша, Шуньявади, Пашатя, Дешатарине, Пушпанджали, Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada 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 Srila Prabhupada Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada.
Парижана Сахитам, Кришна Чайтанна Девам, Шри Радха Кришна Падан, Сагана Лалита, Шри Вишакха Нитаншам. Ваджаси Кришна Чайтанна Прабху Нитананда Шри Адвайта Гададхар Сивасади Гаур Бхакта Бринда Ваджаси Кришна Чайтанна Прабху Нитананда Шри Адвайта Гададхар Сивасади Гаур Бхакта Бринда Бхаджате Кришна Oh.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama.